Привет, боец! Сегодня покажу тебе очень такой фишечку, да, противодействие от мидл-киков. Все вы знаете, да, что в муай-тай, тайский бокс, очень жесткие, сильные круговые удары ногами. Мидл-кики, лоу-кики, он этим славится, да, сильный. Вот такой фишечкой можно деморализовать противника. Он как бы делает удар, но при этом сам оказывается на земле. Это сбивает с толку, для судей это такой хороший показатель. Итак, в чем суть? Суть в работе по опорной ноге. Да, идет работа, какие-то удары, я пробил блок, мне отвечают, и я с этой же позиции убираю корпус, немножко подстраховываю себя рукой и пробиваю по опорной ноге. То есть у него одна нога бьет, одной ногой он пробил, middle kick. Я уже когда удар почувствовал, да, я уже вижу, что он начинает бить. И я тоже одновременно начинаю свой удар под опорную ногу. Можно бить лоу-кики по бедру. Так же само. Он бьет мидл-кик, я бью лоу-кик по задней поверхности бедра. Также очень болезненно. Потому что опорная нога, она не готова к этому удару. Он очень неожиданный. Она натянутая стоит. И по сухожилиям удар получается очень жесткий и болезненный. Если я хочу сделать высекание, я бью под пятку. То есть противник бьет, бэм, я под пяточку сюда его к себе подтягиваю. Также часто бывает, бойцы в прыжке бьют. Это вообще такое золотое время для того, чтобы сделать высекание. Когда противник бьет, да, middle kick, он поднимается на носочек, нога поднимается на носочек. И в этот момент высекание очень легко сделать. Так как опора минимальная, он на носочке, бэм, сюда сразу раз, эта нога и выходит. Очень четко, красиво ложится. Но это, конечно, нужно отрабатывать и реагировать именно на удар, так как особенно новички от удара убегают. То есть идет работа, он бросает, да, middle kick, я сразу начинаю убегать, только чтобы не попал. А здесь наоборот, здесь нужно принять удар, быть готовым к тому, что ты все равно получишь какой-то ущерб, но при этом сделать контратак. То есть он бьет, да, я принимаю и сюда ему всаживаю. Или под колено, или в бедро, или под пятку для высекания. И работа идет на правую ногу, то же самое. Он работает правый middle kick, там я левой ногой делаю удар. То есть задача та же самая. Работа правой, там делаю левой ногой удар. Сюда подбиваю. Конечно, чтобы сделать высекание, нужно вложиться в удар. То есть ты тоже должен жесткий сделать, сильный, резкий удар. Не просто дотронуться, да, или подсечку делать. Это не подсечка, это именно удар, мощный, жесткий лоу-кик, только под пятку. Вот такая работа, очень полезная она работочка, которую довольно эффективно делать и использовать. До встречи в новых видеоуроках. Подписывайся на канал. Под этим видео, в конце видео, бесплатные видеокурсы забирай, изучай, поднимайся как боец. И удачи в тренировках.